20 октября приказом министра обороны Российской Федерации назначен новый начальник Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации Центральный спортивный клуб армии. Им стал полковник Михаил Барышев, который с 2012 года работал в Центральном аппарате Федеральной службы охраны. До работы в ФСО он являлся командиром 154-го отдельного комендантского полка. Коллективу ЦСКА нового руководителя представил первый заместитель министра обороны Аркадий Бахин. Михаил Николаевич, я хорошо знаю, как командира полка 154-го полка, я был еще командующим Западного округа, его достаточно хорошо знал. Вот. Достаточно серьезные и волевые, и административные качества, поэтому будем работать. Ну, пожалуйста, сидите. Уважаемые товарищи, товарищ заместитель, первый заместитель министра обороны, министр обороны Российской Федерации, генерал армии Шойгу Сергей Кужедедович, бесспорно оказал мне беспрецедентное доверие, назначив руководить одним из самых ответственных участков в деятельности Министерства обороны Центральным спортивным клубом армии. Основной своей задачей, безусловно, вижу наращивание результатов в спорте высших достижений. Особое внимание будет уделять социальной защищенности тренерского состава и спортсменов, заботе о ветеранах спорта. Это одна из приоритетнейших задач. Необходимо сделать физическую подготовку в вооруженных силах более массовой, более доступной для всех категорий военнослужащих и членов их семей, особенно в отдаленных гарнизонах. Безусловно, огромнейшее внимание будет уделено развитию детского и юношеского спорта. Будем вместе с вами наращивать это направление, укреплять его. Еще раз подчеркну, что основой всему, конечно, будет являться социальная платформа для коллектива Центрального спортивного клуба армии. Будем заниматься и военно-патриотической работой, воспитанием, в первую очередь физическим воспитанием допризывной молодежи. Я уже подчеркнул выше, развитием детского и юношеского спорта. Коллектив ЦСКА намерен продолжать славные традиции армейского спорта и радовать страну новыми рекордами и победами.